шагом. Шпажистка Ирина Охотникова сейчас номер один в рейтинге российских спортсменов-юниоров. 2016-й девушка начала удачно. Охотникова выиграла первенство в России по фехтованию. Взяла бронзу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Испании. Не успела вернуться домой и снова тренировки. Чемпионка России и Европы показала мастер-класс воспитанникам спортклуба ЦСКА «Самара». Победа у меня была на первенстве России. Она мне далась на самом деле тяжело. Потому что у нас был очень сложный сбор, и еще до этого стартов очень много было. Вот, и, ну как, я старалась, и я наработала на медаль. Мне очень хотелось доказать, что я смогу. Я очень хотела порадовать всех, особенно тренера. Вот, и у меня получилось. Девушка пришла в фехтование в 11 лет из легкой атлетики. Метко колоть ей понравилось больше, чем быстро бегать. Охотникова рассказывает, сначала ходить на тренировки не хотела, но мама заставила. Потом и тренер подключился. К тому времени Валерий Захаревич уже воспитал двух чемпионок мира по фехтованию. Честно говоря, я мало верил, что она на что-то способна. Я думал, ну ладно, ну пусть соседка хочет, пусть занимается. Ну такая трудолюбивая оказалась. Все выполняет, но одно удовольствие получаешь, не работать. Ну и добилась, вот буквально 2 года назад она стала у нас чемпионка первенства Европы. Своими блистательными выступлениями на соревнованиях Ирина Охотникова уже обеспечила себе участие в первенстве Европы. На днях отправится на очередной этап Кубка мира в Италию. После мастер-класса чемпионка устроила автограф-сессию для ребят, которые делают только первые шаги в фехтовании. Дорога в большой спорт открыта каждому, если характера хватит. Фехтование учит жить по принципу «сейчас или никогда». Действовать молниеносно, но при этом обдумывать каждый шаг. И даже такой пассивный соперник может дать сдачи. Ольга Морозова, Григорий Плешаков. События.